Весла «Звездочка» недорогие, но очень легкие и функциональные. Вот сейчас я в руках держу четырехчастная «Звездочка» с асимметричной лопастью весла. Вес весла всего 1 килограмм. Длина весла 230 сантиметров, но выпускаются весла разной длины. Лопасть весла сделана из ударопрочного, немного гибкого пластика. По ощущениям это полиэтилен или полипропилен, то есть абсолютно не ломкий, чуть-чуть гибкий, но в то же время отлично держащий форму пластик. В весле 4 части. Можно выставить 3 варианта разворота весла. Прямой, 60 градусов в одну сторону и 60 градусов в другую сторону. Для удобства хвата алюминиевый шафт обтянут удобной термоусадочкой. Лопасти имеют очень удачную форму, сочетающую как жесткостные характеристики, так и уменьшенное количество капель воды, которая падает в кокпит. На весла установлены водоотражающие манжеты, и хороший результат получается, когда манжету прямо практически к лопате подтягиваем. Тогда она и такую конусную форму принимает, и дальше уже этой манжеты вода не потечет. Самое неприятное это когда вода стекает вот прямо вот по шафту в лодку. Шафт сделан из алюминиевой трубы диаметром 32 миллиметра. Очень хорошо показала себя эта труба. Надежная, никогда не ломалась. Соединения надежные, ломаться нечему, люфты минимальные, фиксируются традиционным способом. Есть еле заметный люфт, но он никак не сказывается на гребле. А это другая звездочка с симметричными лопастями. Лопасти более массивны и, скорее всего, они очень хорошо переживут какое-то силовое отталкивание от препятствий. Поэтому это весло можно рекомендовать тем, кто ходит в более суровых условиях, где приходится маневрировать не только в воде, но еще как-то отталкиваться от каких-то камней и тому подобного. Из-за более массивных лопастей вес весла больше, чем у асимметрика, и составляет при длине 220 см 1150 граммов. Выпускается также в разных размерах до 240-го. Весла «Звездочка» имеют гидроизоляцию, поэтому являются плавающими. Если вы потеряете весло в пороге, то оно не утонет, и вы сможете его подобрать. Эти весла однозначно отличный выбор для тех, кто хочет хорошее бюджетное весло.